Это первый официальный проезд по новому Некрасовскому мосту через реку Устья. Он обеспечивает транспортную доступность жителей деревни Мяксловская с поселком Октябрьский. На лодках переправлялись. Я все здоровье кончила, пока мерзла на этой, ну, кто перевезет? На лодках переправляться приходилось лет 5. Старый деревянный мост еще в 2012-м размыли паводковые воды. Новой, капитальной конструкции не страшны ни погодные условия, ни природные катаклизмы. Путепровод построили всего за год. Его стоимость – более 150 миллионов рублей. Сам объект представляет из себя мостовой переход длиной порядка 140 метров и подъезд деревни Мягкославская длиной почти 1,5 километра. А это региональная трасса Шангалы-Квазинга-Кизима. Сдан ее первый пусковой комплекс – 17 километров. Что было здесь раньше, это надо просто видеть, это не писать словами. Мы здесь часто ездим вот по этой дороге практически через день, каждый день. То есть сейчас получаем колоссальное удовольствие от того, что сделано. Капитальный ремонт этой автодороги проводится на условиях государственно-частного партнерства в рамках договора между правительством Поморья и группой компаний УЛК. Если бы я взял и вложил сюда 30 миллионов рублей в эту дорогу, я бы получил положенные мне там 10-9 километров участок. Но я вкладываю те же 30 миллионов рублей, я ведь ни на копейки больше не вкладываю. Но за счет предпринимателя ответственного, социально ответственного, я строю 17 километров. И это работает не на конкретного человека, а работает на всю территорию. Общий объем инвестиций в дорогу составит 300 миллионов рублей. Проект рассчитан на 5 лет, но уже идет с опережением на год. Это первый этап. Мы выполнили в этом году двухлетние наши планы. Еще у нас остается на 3 года построить порядка примерно 20-25 километров. Это будет оценено по стоимости участка. Но я думаю, дальше мы с Игорем Анатольевичем подпишем новое соглашение еще на 5 лет. А капитальный ремонт автомобильной дороги Костылево-Тарнакский городок только начинается. Закатать в асфальт планируют 20 километров. Этот проект также реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Инвестор – «Газпроминвест». Из 270 миллионов рублей, такова общая стоимость работ, частная компания вложит порядка 90 миллионов. Это изменение качества жизни в Устьянском районе. Это стабильная асфальтовая дорога, безопасная дорога, по которой наши жители смогут хорошо передвигаться. Обновленная магистраль откроет кратчайший путь из Устьян в Котлас, соединит Поморье с Вологодщиной. Светлана Дейнека, Елена Кермич, Александр Фомин. Архангельское телевидение.